Радио 54. Мы отмечаем День студента с нашими гостями. Сегодня у нас, кроме Мартина Мореры и Ярославны Лариной, присоединился к нам в студию Муцисика Ваняс. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Правильно сказала? Да, правильно. Отлично. Отлично. Плюс один к арме. Вы точно из Зимбабве, да? Конечно. Прямо оттуда, точно? Точно. Ну-ка проверим. Что это играет? Гимн. Это ваш гимн, да? Да. А надо вставать. У нас, когда гимн играет, надо вставать. Ладно, все, точно из Зимбабве, хорошо. То есть, если смеются во время гимна, значит, Зимбабве. Хорошо. А еще есть такое волшебное слово чимуренга. Что это? Чимуренга. Ну, это какая-то война. Это как война, да. Есть такая музыка, да? Война. Я сейчас хочу просто показать. Марш какой-то? Нет, внимание. Вот чимуренга. Да, это, я не знаю, из 20 лет назад. Да? Да. Старье, это как слушаем. У нас Игорь Николаев. Да, это все. И вот так полтора часа. Ну да. Старье, понятненько. Оливье ели? Вы вообще в России были, нет? Или вы только что с самолета? Что любите кушать из русской кухни? Борщ. Борщ, да, суп, борщ и пельмень. Когда мы учили в школе, у нас хорошие оценки были, поэтому там есть шанс, возможность, чтобы приехать сюда. И на стипендии, государственные стипендии. Поэтому поступили здесь. То есть, кто хорошо учится, тех отправляют в Сибирь. Класс. Да. Раньше у нас есть наказание. У нас есть система, которая, если хорошо учиться в школе, это... Он будет учиться России, Китай и... А почему? Хорошо, у вас был выбор России, Китай, еще какие-то страны. Почему Россия? Ну и потому что это Россия. Я просто люблю снег. Потому что паровоз. Любите снег? Да, конечно, я в Сибири. Я занимаюсь футболом. Я люблю футбол. Да. Очень. Вы футболист? Я тоже хорошо играю в футбол. Да. Хорошо. Поэтому я всегда. Чем же я научу? Не, спасибо. Не точно. Ладно. А Ярославна может вас научить позировать. Она уезжает в Китай и будет моделью. Представляете? Да, такие дела. Могу научить позировать. Вот так вот. Раз, два. Не видно ничего здесь. Ну ладно. Могла бы и вас еще научить. Футбол. Может быть, КВН. У вас крутая команда КВН в университете. Ну да. Ну я не играю из университета. Там слишком много. Но вы знаете, что такое КВН, да? Да, я знаю. Смешно вам? Или вам русские шутки не смешные? Ну, вообще, надо объяснить, потому что сложно понять. Поэтому иногда не смешно. А у вас есть свои анекдоты? Ну, то есть, вы знаете, что такое анекдот? Да. Короткая смешная история. Да. В Зимбабве есть подобные какие-то такие вещи? Ну, есть вообще. Можно рассказать анекдот Зимбабве? Ну, это сложно переводить. Вдруг нам будет смешно. Ну, вдруг. Ну, попробуйте. Да. Встречается крокодил с носорогом. Или как там? Что? Собрались три русских и два зимбабца. Ну, у нас ситуация как анекдот вот здесь. Сейчас. Да, сейчас, да. Русская девушка, два парнишка. Смотрите, надо молиться и потом учиться. Если просто молиться и не учиться, не получается. Я не буду. А вы на каком? Мы не спросили у вас, на каком вы факультете учитесь? Я на фильм. Тоже вместе с Мартином? Да. И хорошо, какие вам больше всего нравятся предметы? Я математика. Я просто люблю цифры. Цифры? Да, цифры. И физику. Хорошо. А кем вы будете работать после того, как закончите университет? Инженером какой-то. Какой-то инженер? Да. Лишь бы были цифры. Ну да. Если что, ребята же сказали, они любят футбол. Так что. Да, можно станешь футболистом. Как сказал Ярославна за эфиром, как бы если ты девочка, у тебя есть план Б, ноготочки всегда. У ребят есть футбол, план Б. Нормально, если что. Да, или фитнес-тренер. У нас первые два месяца. У нас вообще мы не понимали, о чем они преподаватели скажут. Что происходит? Ну, там русский язык был хуже, чем сейчас. Сейчас чуть-чуть лучше. И вообще мы думали просто, мы умрем, и все. Да. И потом... А потом снег еще пошел, да? Да. И потом с помощью одногруппники и...
потом, ну... Адаптировали. Да, адаптировали и... Ну, то есть помогали ребята, да? Да, да, да. То есть из-за языка только было трудно, да? Да. И все, нет. Если на доске, я тоже не видел, чем они писать на доске. Чем мел? Вы про мел? Да, ну... Ну, это вообще не видно, как, ну, это... Как... Называется. А, вы далеко сидели, у вас плохое зрение? Не-не-не, на первом парте даже. Непонятно? А, шрифт непонятный. Да-да-да. Почерк. Это российский курсив, ребята. Шишка. Писали когда? А вы к врачам русским ходили? Уже нет? Вы видели рецепты русских врачей? Да, хуже. Еще хуже, да. Хуже, чем преподаватель. У вас врачи дома нормально пишут? Красиво? Нет, врачи везде. Они хуже. То есть это общемировая трагедия? Да-да-да. Это традиция, да. Не только в России. В университете, кстати, помимо, ну, в отличие от школы, очень много всяких возможностей, типа, например, в НГТУ Центр культуры и всякие такие штуки. То есть какие-то дополнительные занятия, и все это абсолютно бесплатно, и куча скидок вообще в России для студентов. Поэтому нужно этим всем пользоваться, пока есть время. Я вот сейчас на 4-м курсе, и я уже почти закончила это все дело, и у меня скоро заберут студенческий, и я понимаю, что и я очень 50% много... Да. Скидкой я больше не попью. Это вообще рай, рай. Ребята, вы пользуетесь льготами для студентов, скидками? Скидки для студентов, да, пользуетесь? Да, ну, когда, ну, купим что-нибудь там в магазине. Хорошо. Иногда и бесплатно отдают. Никогда не увидят. Фотографируются с вами на улице? Да, конечно, везде. Каждый день. Вы берете за это деньги? Берите деньги, уже пора. Да, я начну скоро. 100 рублей за фото. Давай. Это хороший бизнес. Хороший бизнес. Нерья, нерья, о, у саворе мою канелья, Марья не вы, ну, вот это. Радио 54. Твой дом, твоя область. Новосибирск, 106.2 FM.